Штейна. Точно. Я сделаю сейчас меч и буду охотиться на мобов. Так, мне нужно поесть. Зарежу. Мясо не помешает. Так. Есть. Мы нашли первого моба. Думаю, от него должны... Эх. Надо скелета, чтобы найти кости. Из костей можно сделать удобрение. И это удобрение очень полезно. Так. Свинина. Я думаю, вам мало что видно. Сейчас сделаю поярче мир. Вот, теперь все видно должно быть. Так, не убегай, не убегай, не убегай. Ты мне нужен. Нужен. Вот. Так, здесь мы нашли два куска мяса. И мясо зомби. Хотя, если вы помираете и у вас нету ничего есть, то можете съесть мясо зомби, но это вас отравит чуть-чуть. Есть, я нашел порох, 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 не люблю криперов. Меня постоянно убивают. Я, похоже, вижу наше удобрение. Вот оно, удобрение наше, хорошее. Только не падай. Эх, упал. Так, у меня левел со временем повышается. Так, стой, тихо, не падай, не падай. Молодец какой. Так. Монстры на этом облаке, это как сказать, облако что ли. Спамиться надо, потом сделать лестницу, чтобы можно было спускаться вниз. Есть, я нашел кожу, похоже. Так, стоп. Не падай вниз, не падай. Вот, есть, я нашел кожу. Еще кожа, это хорошо. Так уж как тебе так сделать, чтобы ты не упал? Эх, ладно. Блин, что ж все падает? Они падают. Это очень плохо. Эх, не хочу я туда вниз. Вверх хочу, вверх. Так. Я так чуть-чуть не понимаю, светло или нет. Ну да ладно. Если мобы спамятся, значит светло. То есть темно. Я уже запутался чуть-чуть. Так, мне нужен лучник. Есть, я его заметил. Надеюсь, он не упадет. Ну, смотря куда не упадет. Ой, крипер. Плохой он. Чуть не убил меня. Так. Эх, костей он нам не принес, это очень плохо. Плохо, плохо, плохо. Так бы сейчас появилось бы дерево. Дерево, дерево. Зато у нас есть 5 шерсти. Так. Есть. Как мне повезло-то. Еще одного нашел. Сейчас я, наверное, умру.
жизни восстановить. Взрывал все, зато мы нашли кости, кости, косточки. Будем делать бесконечное дерево, дерево. Так, сделаем себе шлем. Так. Шлем. И удобрение, костяная пыль. Служит удобрению. Вот, теперь можно и удобрять деревья. Это очень полезная штука. Дерево вырастает моментально. Вот. Крипер, уйди, мое дерево. Есть, не взорвался. Это хорошо. Вот, у нас есть дерево. Только я забыл сделать топор. Это немножко так плохо, что я забыл сделать топор. Ну да ладно. Зато у нас есть дерево. Так. Не будем ждать, пока вырастут саженцы. Слишком. Так, пока саженцы не появились, надо побить дерево. Ой, крипер. Плохой крипер. Где? Первый раз мне улыбается удача, а я убиваю криперов. Они не взрываются. Это хорошо, очень даже хорошо. Так, берем саженцы и сразу же сажаем. Теперь я вам покажу, как делается уголь из дерева. Это очень легко, можете сами догадаться. Просто сюда дерево, сюда доски и все. Половину, так можно уголь создавать, половину дерева туда, половину туда и получать. Уголь, он очень хорошо заменяет обычный, даже очень. Мы сделаем сейчас топор и всякие инструменты, которые нам понадобятся. Так, нам понадобится это и топор. Так, сейчас мы доломаем кирку и надо сделать факел. Пещеру главное взять доски. Доски, да, доски надо взять в пещеру. Чтобы... Так. Чтобы можно было делать новые инструменты и факелы, когда попадется уголь. А если мы найдем пещеру, то этого не составит труда найти железо и прочие материалы. Тут еще могут попадаться уран. Вот. Тут топливо есть, где электрики.
электричество, можно делать электронные печь электронную, но чтобы ее сделать, нужно железо и прочие материалы. Есть, мы нашли уголь. Вот он, драгоценный уголь, который нам нужен. Он попадается в больших количествах, ну, довольно-таки часто. Насколько я знаю, у меня его много было, когда я играл в другие сохранения. Так, и сейчас задание такое для меня, как бы найти пещеру. Найти пещеру. А я же еще и в горе, так что это очень долго будет. Так что вот. Мы вроде бы как прожили первую ночь даже. И без кровати и того прочее. Кстати, можно пещеры находить по звуку мобов. Потому что они ходят в пещерах и там довольно-таки много встречаются материалов. Вот. Я думаю, на этом все. С вами был Кабан. До новых встреч.